В конце этого видео будет конкурс на неидеальный блокнот для мечтателей. Если интересно, оставайтесь до конца. Будете участвовать. Всем привет, с вами сегодня снова Виктория Крокус. И как вы уже поняли, сегодня мы будем проводить уборку на моем столе. Все это я буду снимать. Меня сейчас вообще не устраивает свой стол. Я его реально довела уже на такой беспорядок, которого у меня еще не было никогда. Все потому, что я за ним сейчас не работаю, работаю за другим столом. И он у меня используется только как склад. Я здесь складываю все свои вещи, которые мне некуда положить или же которые мне лень куда-то убрать. Перед Новым годом я решила, что все-таки хватит это терпеть. Надо освободить место для каких-то творческих занятий, для письма, потому что я хочу снова вести личный дневник. Как вы понимаете, за таким столом вообще не хочется работать. И всем вам советую тоже перед Новым годом провести уборку в своей комнате. Я начинаю со стола, в принципе, как обычно. Начну с самого верха, потому что туда я буду убирать все то, что лежит у меня на столе. Вот тут разные творческие блокноты и также журналы. Я уже 5 лет хочу заняться скраббукингом и поняла, что никогда этим не буду заниматься и не хочу хранить эти журналы, поэтому я их все сейчас выброшу. Конечно, тут еще лежат мои любимые раскраски антистресс, их я выбрасывать не буду, разные творческие блокноты. Так как я буду убираться в канцелярии, также скоро у меня в двух тумбочках лежат канцелярские принадлежности, оттуда еще что-то выброшу и умещу. Так, наконец-то я буду выбрасывать эти журналы. Я их покупала, чтобы заниматься скраббукингом, но передумала это делать, поэтому их я выбрасываю и освобождаю тем самым целую полку. У меня миллион творческих блокнотов, я даже подумываю много из них разыграть к Новому году, потому что мне столько не надо. Подготовила влажную тряпочку, протру все здесь. Еще хочу вот на этих двух полках убраться. Намочила тряпку, протру еще раз. Такая ненужная безделушка, которая уже плохо выглядит. И вот творческие блокноты, которые я сейчас буду ставить наверх. Начну с раскрасок. Также творческие блокноты и маленькие раскрасочки. Вот так вот все я аккуратно сложила наверху. Мне кажется, намного красивее получилось, чем было. Это все тоже мусор. Нужно убрать. Но сверху, мне кажется, стало намного чище теперь и удобнее все доставать. Немного также тут поубавилось, но, конечно, еще есть над чем работать. Будем продолжать. Очень меня смущает вот этот угол. Здесь сосредоточено все вообще, даже то, чем я не пользуюсь. То есть эти два крема я вообще могу оставить, потому что они мне всегда нужны, это для рук, для лица. И также витамины, которые я сейчас пью. Это вот все для собаки, то есть это витамины, лосьон, гель для зубов, для подушечек лап крем. Это я все могу убрать в ее личную полку, чтобы это тут не стояло. Также собачьи лакомства, которые я не даю каждый день, их нужно убрать. И деревенские лакомства для собак. Как купила, так бросила и все. Так и лежали. Еще тут лежат мои солнечные очки. Понятное дело, что я их сейчас не буду носить. Расческа. Это можно тоже будет убрать. Гель для зубов. Билет из кино, который был 2 июня. Так я как-то хотела приклеить, бросила и все на этом. Воротник для собаки. Нужно куда-то убрать. Так, дальше тут лежит у меня... лежат конфетки, сникерс, шоколад. Все отсюда нужно убрать будет. Просто тоже покупаю, потом не убираю куда надо. В итоге у меня затерялось на столе и вообще лежит тут месяц. И тоже их нужно отсюда убрать. Этикетки из-под мячей. Брелок. Вот эти этикетки с миньончиками давали в магните, я их использую как закладки. И также еще набор закладок у меня тут лежал. Тоже нужно убрать, у меня есть отдельное место, где хранятся закладки. Здесь у меня лежали 4 картины, которые я нарисовала по номерам. Их нужно будет куда-нибудь повесить. Упаковки пустые из-под косметики. Новые перчатки. Журнал «Друг», каталог «Шиллер», блокнотик. Это тоже выбросить можно. Книжка Донцовой. Очень нужно. Нет.
Футляр для очков, еще одни витамины, которые я пока не буду пить. Это снова на выброс. Всякое барахло. Так, этот уголок вычистила, и как оказалось, тут вообще ничего не было полезного. Все, один уголок освободила. Сейчас пойду помою тряпку и перейдем к этому самому-самому страшному. Там я не знаю, куда все это убирать. Там очень много фломастеров. Так, ну что у нас тут? Тут у нас самое-самое страшное. Сейчас буду рассказывать. Это я получила недавно заказ с Лабиринта. Тут несколько прекрасных, замечательных книг, иллюстрированных. Сейчас мы их разместим на полочку. На мою книжную. Если найду место. Все-таки разместила. Конечно, на этой полке уже очень мало места, но все-таки как-то вместилось. Теперь нужно думать, что делать с этой картиной маслом. Масло мне рисовать не понравилось. Картина так и лежит. Уберу куда-нибудь. Кружку нужно отнести снова на кухню. Опять шоколад, и причем не один. Вот еще шоколад. Куча шоколадок. И новинка от Twix. Вот это очень вкусно. Это творческие блокноты. Сейчас определю куда-нибудь фломастеры, карандаши, которые тут лежат. Их тут очень много. Всяких ручек. Еще одна шоколадка, причем вообще закрытая. Это мне, видимо, мама подарила, положила. Вот сколько у меня разных фломастеров. Это, естественно, не все, те, какими я пользуюсь каждый раз. Даже не представляю, куда их можно убрать. Пойду куда-нибудь размещу, потом расскажу, куда. Я временно разместила вот там все наверху. Потом уберу обязательно. Не думайте, что я так оставлю, потому что так будет неудобно брать раскраски. Всю канцелярию я перемещу вот в этот ящик. И если вам интересно, сниму об этом отдельное видео. Там я выкину некоторую канцелярию, которая мне не нужна, которую я не пользуюсь, и положу около моего стола. Будет удобно. Но все, что тут осталось, это в принципе мелочи. Сейчас что-то выкину, что-то оставлю. Здесь есть несколько маркеров, которые я покупала поштучно от ProMarker и обычные. Их я положу в свои китайские маркеры, так как тут достаточно большой пенал, все уместится. Ничего делать не собираюсь, если только протереть пыль под этими контейнерами, чем я сейчас и займусь. А так, убрать ее некуда, да и не хочется. Выкраска Невской палитры, это я выброшу, потому что я уже сделала в другом месте выкраску. Все, фломастеры расставила и протерла там, и также кисточки пойду уберу в свой пенал для кисточек. Получилось два пакета мусора с моего стола, сейчас пойду выброшу. Вот что у нас сейчас пока получается. Разбираться с этими двумя маленькими полочками. Тоже хочу очень много убрать. Thank you.
Это все уберу по полочкам и что-то выброшу. Короче, вот что у меня получилось. Не идеальная, конечно же, чистота, но у меня хотя бы сейчас есть место, где я могу заниматься творчеством, рисовать, раскрашивать, и на меня это не будет давить, потому что был реально уже очень сильный беспорядок. Я выкинула почти 2 пакета, это только со своего стола. Также я скоро буду еще вот это сверху все убирать, перекладывать в другие ящички. Но пока это все выглядит так, да, для меня это чисто. Для кого-то это может быть очень много хлама, возможно, я с вами соглашусь, но все, что здесь лежит, мне нужно каждый день. Я не люблю куда-то лазить каждый раз в тумбочки. Здесь мои всякие творческие раскраски. Эти свечки я отсюда скоро уберу, так как сейчас зима, я жгу свечки, и эти свечи сожгу. То есть их здесь не будет, будет пустое место. Здесь снизу все, что нужно каждый день. Кто-то мне советовал переставлять тоники в ванную комнату. Но в ванной мне неудобно. Мне удобно, чтобы вот дезодоранты, смывки для макияжа, тоники, это стояло тут. Также здесь какие-то провода, тоже их никуда не могу убрать. Здесь будет свободно. И здесь тоже. Это было все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и сейчас будет конкурс. Так, на такой блокнот я сейчас буду проводить конкурс. 62 задания, чтобы рисовать. Это вот издательство Ман Иванов и Фербер. Тут есть такие задания по типу: глядя в зеркало, нарисуйте свой автопортрет. Найдите палку или ветку интересной формы и зарисуйте ее. В общем, разные задания, чтобы вы могли рисовать. Все, что вам нужно сделать, чтобы участвовать в моем конкурсе, это быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео, написать любой комментарий. И думаю, что давайте ровно через 10 дней, как я выложу это видео, я подведу итоги конкурса. Конкурс на одного человека, но также скоро будет очень много новогодних конкурсов на разные творческие штучки. Участвуйте, всем пока!